Привет, друзья и ученики! Сегодня очень важный вопрос, который часто задают мне. Можно ли тренироваться, когда высокое артериальное давление? Ответ на этот вопрос уже давно дали спортивные медики. И тот, кто следит за исследованиями, кто постоянно развивается, знает ответ на этот вопрос. Да, тренироваться не только можно, но и нужно. Доказано, что силовая работа с доступными отягощениями понижает артериальное давление, но не в момент самой тренировки. Это важно понимать, осознавать, чтобы грамотно ориентироваться в этой информации. О чем речь? Если у вас низкое давление, либо наоборот высокое, силовая работа поможет вам нормализовать нормальное давление. Как это работает, здесь мы говорить не будем. Кому интересно, может найти исследование, почитать более глубже, понять весь процесс данного эффекта. Я же скажу вам, что нужно делать, как необходимо тренироваться, какие ограничения есть при занятиях с высоким артериальным давлением. Это очень важно понимать, чтобы не навредить себе, а при грамотном подходе вы восстановите свое давление. Повторяю, если у вас низкое давление, если у вас высокое давление, нет ничего лучше, чем прийти в тренажерный зал и начать грамотно заниматься. Следуя определенным правилам, через какое-то время ваше давление нормализуется. И что интересно, если оно было низким, оно поднимется, если оно было высоким, оно опустится. Но переходим к правилам. Во-первых, никогда вы не должны задерживать дыхание во время выполнения упражнений. Что бы вы ни делали, вы должны всегда дышать. Поэтому, у кого высокое давление, идеально подходят тренировки на окислительные, на медленные мышечные волокна. Потому что веса используются гораздо ниже, чем обычный классический тренинг. Но жжение в мышцах колоссальное. При этом вы свободно дышите. Дышите на протяжении выполнения всего подхода. А подход длится от 30 до 40 секунд. Точно так же, как и отдых. Следующее, что нужно знать, помнить. Никогда не работаем в отказ. Понимаете, да? Это правило плавно вытекает из первого правила. Не задерживать дыхание, не тужиться и не работать в отказ. Если вы работаете в отказ, хотите вы того или нет, будет происходить чрезмерное напряжение, чрезмерное повышение давления, особенно внутричерепного. Нам с вами это не нужно, в принципе, никому. Я во всех своих тренировках постоянно обращаю на это внимание, что в отказ можно тренироваться только на окислительные мышечные волокна, на медленные мышечные волокна и на промежуточные мышечные волокна. Но тем, у кого есть высокое артериальное давление, я настоятельно не рекомендую выполнять вообще упражнения в отказ. Пока, по крайней мере, не пройдет тот период, что ваше давление нормализуется. Естественно, если вы работаете на окислительные мышечные волокна, то можно достигать отказа, потому что при этом вы все равно будете сохранять способность дышать на протяжении выполнения всего упражнения и даже после достижения отказа в мышцах. Почему, я думаю, объяснять не нужно. Еще, ребята, никаких разовых подходов. То есть мы с вами никогда не работаем на одно повторение. И неважно, низкое у вас давление, нормальное давление, высокое, нам с вами это просто не нужно. Скажу вам, больше даже так не работают силовики, потому что это ненужное, неправильное, неправильный подход к тренингу. Сейчас силовики, пауэрлифтеры, стронгмены работают совершенно в другом режиме. Но это уже тема другого видео. Запомнили, да, основные правила?
какие бы упражнения вы не выполняли, а особенно приседания, жимы ногами, различные становые тяги, никогда мы с вами не задерживаем дыхание, не тужимся, не работаем в отказ и не выполняем одноповторное упражнение. То есть не выполняем упражнения на рекорд, не пытаемся установить свой разовый максимум. Это глупая, бесполезная, беспонтовая работа. Оставьте ее недодрыщам, которым необходимо как-то себя реализовать, что ли, не знаю. Ну, ничего глупее в зале я еще не встречал. Точно так же не советую тем, у кого высокое артериальное давление, использовать тяжелоатлетический пояс. По той же причине это будет вызывать излишнее давление. Нам с вами это не нужно. И вы знаете, что у меня межпозвоночные грыжи, протрузии. Я никогда не использую тяжелоатлетический пояс. Хотя приседаю и тяну далеко за 200 кг. Единственное, что я использую матерчатые пояса для сохранения тепла в поясничной зоне. Если у вас в зале сильно работают кондиционеры, то я вам тоже это настоятельно рекомендую. Обратите внимание на то, что все эти рекомендации касаются также лиц, у кого варикоз, либо предрасположенность к этому. Вам можно и нужно тренироваться, но ни в коем случае не задерживать дыхание, не тужиться, не работать в отказ. Есть у меня более подробное видео и статья о проблеме варикоза. Советую ознакомиться с ними, чтобы более глубоко и детально понимать данный вопрос. Кстати, запомните, что тот, кто часто и много тужится, работает в отказ, может и будет иметь проблемы с геморроем. А это очень серьезный вопрос, очень серьезная болезнь. Если не контролировать это, то это сильно помешает вам нормально функционировать не только в спорте, но и вообще в жизни. Друзья, пишите комментарии, задавайте в комментариях вопросы, ставьте лайки на уже имеющиеся комментарии, если они вам понравились, и если вы хотите увидеть ответы на них в следующих роликах. Всем респект, увидимся в тренажерном зале. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!